Хотите погладить? Я своих глажу тоже, да. Там у себя на работе. Ну, у вас курочка хорошенькая. Всем привет! Ты смотришь новый выпуск проекта «Перекличка». С вами, как всегда, два Руслана и курочка-матурочка. Подержи ее, пожалуйста, у меня это шнурок развязался. Конечно. Что, курочка-матурочка, опять сложный рабочий день. Но я вижу, ты справляешься, ничего так выглядишь. Молодец. Да, я вижу, вы хорошо ладите. Может быть, и выпуск сможете провести. Да без проблем. Тем более, тема сегодня легкая, самые популярные места встречи в городе Симферополе. Так что я пожелаю тебе удачи и не потеряйся. Ну а мы справимся. Ну что же, по всей видимости, переходим к третьему месту нашего онлайн-опроса. Место встречи у кинотеатра «Симферополь» или Дом кино на площади Советской. Это центр города, и сюда легко можно добраться из любой точки Симферополя, как на транспорте, так и пешком. В советское время были разработаны типовые планы строительства кинотеатров. По одному из таких планов был построен и кинотеатр «Симферополь». Интересно, что до наших дней сохранилось еще три кинотеатра, очень похожих на симферопольский. Это «Звезда» в Твери, «Родина» в Москве и «Октябрь» в Смоленске. Я специально сказала, что кинотеатры похожи, они одинаковы, так как проект кинотеатра «Симферополь» был доработан крымским архитектором Парисом Исаевым. И здание получилось красивее, чем в Смоленске, Твери и Москве. Не зря же кинотеатр «Симферополь» – это визитная карточка города. Хоть он и не работает сейчас, его все равно изображают и на магнитах, и на открытках. А горожане нередко назначают здесь встречи. Потому что рядом расположена набережная, памятник Екатерины II с фонтанами, кофейни и рестораны. А еще это удобное место встречи, потому что здесь трудно потеряться. А в нашем рейтинге оно занимает третье место. И скажите, какое им популярное место для встреч? Например, я хочу девушку на свидание пригласить. Где мне можно? Ну, с курицей, почему бы нет, да? Я ничего не могу сказать. Нет? Ну, может быть, там вот советовали Гагаринский парк. Там где-нибудь парк есть какое-то место. Да, а там где? Вот какое место есть для встречи в том парке? На качелях. На качелях? Я хочу погулять с другом, вот где мне встретиться можно? Ну, именно с ним? Ну, можно и с ним, да. Ну, тогда я знаю одно место для петушиных боев, офигенное место. Ну, петушиные бои не надо нам. Ну, тогда смотри. Тем более, это курица. Есть офигенное место, Неаполь-Скифский. Там крепость, очень прикольная. Можешь пойти в Гагаринский парк. Тоже очень прикольное место. Ну, или просто наш центр. Там можешь выбрать все, что угодно и посидеть где угодно. А вот какая-нибудь конкретная точка есть? Вот, Гагаринский парк, например. Да, где есть. Там есть? Ну, к примеру, можешь посидеть в озере, возле озера. Ну, в озере, да. Или покататься на катамаранах. Также там есть очень прикольное колесо обозрения. Колесо обозрения. А с курицами туда пускают на колесо обозрения? Ну, я думаю, с петушком пусть. Ну, это хорошо. А можешь подержать, пожалуйста, мне записать нужно? Да ладно, давай. Да? Ну, смотри. Только это, под крылья, чтобы не улетел. Ой, под крылья. Да, вот так. Ну, можно возле чертового колеса. Чертового колеса? А там, вот, кстати, на чертового колеса там с курицами пускают? Просто я не знаю. Вы тоже не знаете? А на катамаранах с курицей можно? Просто там нужно куда-нибудь... Да, мне можно, кажется, да. Я хочу встретиться с другом. Где можно вот? Ну, в парке Тренёва, наверное. А вот там какая определенная точка есть, может быть? Фонтан большой. Фонтан большой? А вот еще, например, какие-нибудь парки. Вот с курицей, чтобы погулять. Встретиться с ней. Наверное, Гагаринский парк. А вот там какая-то определенная точка. Я знаю, там озеро есть, там где-нибудь там можно встретиться? Да, можно. Ты смотришь новый выпуск проекта «Перекличка». Сегодня мы составляем рейтинг самых популярных мест встречи в городе. Ты уже знаешь, кто расположился на третьем месте нашего онлайн-опроса. Осталось узнать, какому месту немного не хватило голосов для попадания в тройку лидеров. Так ведь говорить надо, да? Вроде все правильно. Речь пойдет о сквере возле центрального рынка. Это место встречи расположено на площади Амедхана Султана. Когда-то всего этого здесь не было. Тут стояли торговые ряды. Но сейчас мы видим клумбы, дорожки, остановочные павильоны и скамейки. Если вы назначите встречу здесь, то легко найдете друг друга. И вы сможете прогуляться в сторону центра города. Еще здесь недалеко стадион «Локомотив». И что самое главное, с центрального рынка можно добраться в любой район города.
Итак, мы с вами узнали, какому месту встречи немного не хватило голосов для попадания в тройку лидеров. Теперь мы плавно переходим ко второму месту. Каждый симферополис знает, что когда говорят «встретимся у Сельпо», то приходить нужно именно сюда, на проспект Кирова. Позади меня находится здание центрального универмага Симферополя. Когда-то там располагался магазин Сельпо. Сейчас там находится другой магазин, но название места встречи так и осталось – у Сельпо. Почему же это место встречи так популярно? Во-первых, это самый центр города. Здесь рядом остановки общественного транспорта. Во-вторых, в непосредственной близости не только кафе и рестораны, но и театры, цирк и кинотеатры. Если вы перейдете на ту сторону, то попадете на Симферопольский Арбат, центральная пешеходная зона Симферополя. Ну а если перейдете туда, то вы можете увидеть музыкальный театр, площадь Ленина, где проходят основные концерты, а также здание Совета Министров. Само же здание центрального универмага построено по интересному проекту. Как минимум сюда стоит прийти из-за стеклянного потолка над торговым залом. Место встречи у Сельпо на проспекте Кирова очень популярно, и тут всегда много людей. Но в нашем топе оно занимает второе место. Какое-нибудь популярное место для встречи в Симферополе? Например, я хочу погулять с другом, и вот где мне можно встретиться? Ну, самое популярное, наверное, ботанический сад. А в ботаническом саду? А там, где можно встретиться? Вот, точка там конкретно? Есть беседка очень хорошая. Популярное место в Симферополе для встречи. Хочу погулять с другом. Вот и куда мне можно встретиться с ним? Центр. А что там именно в центре? Гулять. Ну вот какая-то точка именно, вот чтобы, может быть, есть что-то. Да, зачем с курицей? Ну, с какой-то мой друг, вот мы хотим погулять просто. Где? В том месте? Ну да. Да, вот гуляешь, нормально же, нет? Не, ну вот чтобы встретиться с ней и вот пойти погулять. Блин, там много мест в Симферополе, да? Ну вот какое-нибудь одно назовите. Не знаю, Маша уже. Да. Ну ладно, все, спасибо. Афганский парк. Да, а в Афганском парке где можно встретиться там? Рядом со скамейками, рядом с чертовым кольцом. А знаешь, на чертовое кольцо с курицами пускают, тут уже никто не знает, а ты знаешь? Улица Карла Маркса, улица Пушкина. А что там? Как вот какая конкретная точка? Ну там аллеи такие красивые, лавочки. Сейчас вот преобразовали улицы. Улица Пушкина считается как бы такая, ну, классическая, там много кафешек. Вот, с курицей. Вот на центральном рынке, вот здесь восходная аллея. Здесь как раз для этого и сделали место, чтобы с курочками погулять. Чтобы с курочками гулять, да? Хорошо, а может быть... И к нам в Лабаз можно еще в гости зайти. Хорошо, спасибо. Может, хотите погладить? Я свои глажу тоже, да. Там у себя на работе. Ну, у вас курочка хорошенькая. Ты смотришь проект «Перекличка». Сегодня мы составляем рейтинг самых популярных мест встречи в городе. Как всегда, мы это делаем двумя способами – в онлайне и офлайне. Свое мнение уже высказали интернет-пользователи. Остается самый главный вопрос – кто же расположился на первом месте нашего онлайн-рейтинга? Пересечение улиц Пушкина и Карла Маркса – главная пешеходная зона города, а также популярное место встречи у симферопольцев под названием Кресты. Хотя после реконструкции, когда плитка тут выложена кругом, может быть, стоит называть их круги? В любом случае, как бы мы их ни называли, пересечение этих пешеходных улиц по праву считается самым популярным местом встречи у симферопольцев. И обычно тут назначают встречу, если с вами планируют провести больше, чем полчаса. Тут очень удобно неспешно прогуливаться, а также рассматривать исторические здания и декоративную лепку, которая под крышей. Здесь находятся такие знаменитые постройки, как Русский театр и Черная аптека. Рядом находятся три кинотеатра. Не успели на один сеанс? Не беда. Есть возможность пройти 200 метров и попасть на другой. Также здесь расположены три музея, цирк и большое количество уютных кофеен. Здесь всегда много людей, особенно летом и особенно вечером. Но вы обязательно найдете друг друга, если назначите тут встречу. А в нашем онлайн-топе Кресты занимают первое место. Где какое-нибудь популярное место для встречи в Симферополе? Например, я хочу встретиться с другом. Вот где мне пойти потом? Наверное, спасибо. Гагаринский парк, да. И детский парк. А вот какая конкретная точка для встречи в Гагаринском парке, например? Есть какая-нибудь? Честно, не знаю. Не знаете, а вот в детском парке? Возле озера? Да. А там где можно вот именно возле озера, где встретиться? На мостике. На мостике? Хорошо, а можете подержать, мне нужно записать просто.
серьезно? Да, серьезно. Нет, я и боюсь. Да? А может тогда погладить хотя бы? Ну, поглажу. Да. Хорошо. Это курочка-матурочка. Да. Матурочка, да. Курочка-матурочка. А не подскажете какие-нибудь популярные места встреч в Симферополе? Например, я хочу с другом погулять, и где нам встретиться можно? Ну, не знаю, можно, например, в Гагаринском парке или в детском парке. Вот, у нас есть еще прекрасный Екатеринский сквер, вот, если вы заметили. Ну, например, даже здесь, вот, раньше здесь была как такая у нас небольшая торговля стихийная, вот, теперь здесь сделали парк. Детский парк, там много мест, куда можно сходить в Симферополе. А вот, например, деловое какое-нибудь собеседование, например, где встретиться можно? Кафе? Кафе? Хорошо. А можете подержать? Мне нужно записать просто. Вы меня будете пугать? Не, я не буду пугать. Хорошо будет. Да, возьмите. Живой? Живой, конечно. Когда под крылья, да. Хорошо, а в кафе, а вот... в какой, может быть, пиццерии это может быть или что? Петушок. Я поняла, так куда мне идти срочно? Скажите мне, куда я пойду и куплю, и съем. Итак, пора подводить итоги нашей переклички. Сегодня мы с вами искали ответ на вопрос, какое место встречи самое популярное в Симферополе. В интернете на него отвечали подписчики нашей группы в социальной сети. А в реале Руслан с Матурочкой опрашивали прохожих. По мнению интернет-пользователей, место встречи у кинотеатра Симферополь занимает третью строчку. Место встречи у Сильпо – вторую. А лидером интернет-голосования стали кресты пересечения улиц Пушкина и Карла Маркса. Это мнение тех, кто голосовал в интернете. А вот мнение тех, кого встретили Руслан с Матурочкой. На третьем месте – Неаполь-Скифский. Второе место – прохожие отдали перекрестку Пушкина и Карла Маркса. А главный вход в Гагаринский парк стал самым популярным местом встречи в Симферополе, по мнению общественности. Вот такие вот дела. Ну что, как у вас дела? Как Матурочка? Не обижал хоть ее? Ты что, мы с Матурочкой одна команда. Ну ладно, держи. Ну а на этом мы будем прощаться. Наше место встречи, как всегда, телеканал Первый Крымский в воскресенье. 7 июля. В 9:45. До встречи. Пока.